Всем моим друзьям, но все мы забыли проблемы. Эти к чертям. На главной ресторанной улице Ульяновска в минувшие выходные прошел фестиваль «Федерация вкуса. Музыка». На сцене выступили кавер-группы и артисты театров Поволжья. Местные мастера также представили украшения ручной работы, игрушки и другие приятные мелочи. Масштабное культурное событие проводится впервые после реконструкции Ульяновского Арбата. Дальше будем развивать. Я думаю, что прилегающие улицы надо также благоустраивать, оживлять их, чтобы не только по федерации, да, тут по сути дела, 400 метров, наверное, всего прогуливаться можно было. Но и влево, вправо отходить, чтобы там также было все благоустроено. Ульяновцы заинтересовались фестивалем, поддержали любимых артистов и вкусно провели время в местных ресторанах. Сегодня у меня выступают мои друзья Алекс Атаман, Финик. Я вот приехал с другого города посмотреть на них. Надеюсь, сегодня будет очень круто. Ну, хорошо, хоть что-то сделали, вот я говорю, улицу эту, какие-то вот... Рукотворчество мне понравилось. Фестиваль стал частью развлекательной программы крупного форума «Российская креативная неделя. Музыка». Хедлайнерами программы стали наши земляки Сережа Финик и Атаман, известные своим хитом «Диалоги тет-а-тет». Также фестиваль открыл программу «Лето на Федерацию», объединяющую 30 ярких событий. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.